Курганской области определен прожиточный минимум за второй квартал 2013 года. Его размер составляет 6834 рубля на одного человека. По соотношению с прошлым месяцем сумма увеличилась на 8%. Рост прожиточного минимума связан с увеличением списка на продукты питания, который был утвержден совместным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Федеральной службы государственной статистики. Для жителей, которые работают, эта цифра во втором квартале составила 7321 рубль, для детей – 7090 рублей, а для пенсионеров – 5664 рубля.